озеру Агёль не дадут высохнуть. Городские власти придумали способ спасения водоема. Обсуждалось это накануне в администрации Ленинского района столицы. Чтобы дать подпитку озеру, к нему проведут водопровод длиной почти в 4 километра из канала имени Октябрьской революции. Маршрут прокладки соединит улицы Гальченко, Декоративная, Шемеля, Булача и Гиджукскую. Заказчиком строительства выступает фонд спасения озера Агёль. Строится водопровод будет за счет средств меценатов.